Дустум просил передать, что у него в сердце пустота после того, как Барса и Идилова не стало. Да и не только в сердце. Кстати говоря, Кадыров, еще одна очень плохая новость для тебя, хотя ты наверняка следишь за этим, больше меня, наверное, за этим следишь. Последний мой опубликованный мною шортс на тему ножа в спину Адама Кадырова набрал уже почти 1,5 миллиона просмотров. Представляешь, Кадыров? Уже миллионы людей в курсе того, что Идилов и Мурат по прозвищу Барс, что они не удержались, не уберегли спину твоего сына. То есть это история, дубайская история, которую вы так скрываете, которую ты так не хочешь комментировать, ты не хочешь, чтобы люди об этом узнали. Об этой истории уже знают миллионы. Это уже вышло за рамки республики. Пора уже как-то эту тему прокомментировать. Давай уже, набирайся смелости. Кстати говоря, того самого охранника по прозвищу Барс, его зовут, звали Мурат Агмирзоев. Его фамилия была Агмирзоев. Очень важно увековечить этих людей, потому что такого урона Кадырову еще не наносил никто. Такого урона, как нанесли эти два человека, Абдулкерим Идилов и Мурат Агмирзоев.